Qualcomm представила топовый процессор Snapdragon 845. Чип будет использоваться в будущих флагманских смартфонах 2018 года. Компания Qualcomm представила официально топовый процессор для мобильных устройств Snapdragon 845, который придет на смену нынешнему Snapdragon 835. Чипом оснастят будущие флагманские смартфоны 2018 года, передает TechCrunch. Издание сообщает, что в чипе используется 10nm технологический процесс, а также он получил продвинутый гигабитный модем X20 LTE. Более подробную информацию производитель озвучит в рамках конференции, которая должна пройти в ближайшее время. Ожидается, что одним из первых получит новый процессор смартфоны Samsung, Xiaomi, Google и LG. Ранее корреспондент Net сообщал, что ранее были обнародованы характеристики Android процессора Snapdragon 845. По материалам сайта newsgro.com.